Московский ЦСКА с победой стартовал на групповом этапе баскетбольной Евролиги. На своем паркете армейцы разгромили израильский Маккаби. Уже в стартовой четверти ЦСКА оторвался на 9 очков. Во второй 10-минутке ЦСКА лишь увеличил преимущество. И на перерыв армейцы уходили с разницей плюс 15. Во второй половине москвичи, несмотря на комфортный счет, давление не ослабили. К финальной сирене набросали в корзину Маккаби 100 очков против 69 у израильтян. Самым результативным в составе ЦСКА стал француз Нандо Де Коло. На его счету 17 очков. Следующий матч в Евролиге армейцы проведут через неделю в Италии против «Динамо» Сассари.